Уникальный город Десногорск – это не только центр атомной энергетики Смоленской области. Благодаря проекту «Планета баскетбола. Оранжевый атом» Десногорск привлекает все новых любителей спорта. А уровень проведения соревнований и в целом работа с молодежью отмечается на самом высоком уровне. «Планета баскетбола» уже не просто идет небольшими шагами, а летит по нашей необъятной стране, захватывая наши атомные города. Спорт наш возвышает, и всем нам с вами здоровья, мира, благополучия. Хочу вас всех поздравить с 45-летием города, пожелать всем спортсменам хорошей игры, болельщикам зрелищных матчей. И, конечно, пусть победит сильнейший. 14 сентября стал днем больших событий в Десногорске. В этот день «Атомград» отметил свой юбилей. Ему исполнилось 45 лет. А спортивной составляющей большого праздника стал и финал Кубка Смоленской области по баскетболу 3-3. У местной команды «Динамо Росэнергоатом» был отличный шанс сделать запоминающийся подарок своему родному городу. В соревнованиях приняли участие 10 мужских команд и 9 женских. Женская часть соревнований завершилась без сюрпризов. Весь пьедестал почета завоевали Заднепровье. В мужских соревнованиях за призовые места борьбу вели команды «Динамо Росэнергоатом», «Техстрой» и «Юность России». Со счетом 9-8 в схватке с «Техстроем» победу одержали десногорские спортсмены. Кубок в руках «Динамо Росэнергоатом». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.